Раз представилась такая возможность, покажу, как правильно кормить только что пойманных клестов. Вот такие вот у меня два клёстика. Красавцы. Самец и самочка. Вот у меня корм в баночке. Насыпаем корма. Корма не жалеем. Видео я подготовился, нашел 4 шишки. Вот у меня 4 шишки. И обязательно берем и ложим им шишки. Обязательно. Вот я им положил 4 шишки. Для чего я ложу шишки? За корм многие клесты не берутся. Поэтому им нужно ложить шишки. Они начнут клевать шишки и постепенно возьмутся за корм. Вот так вот правильно надо кормить только что пойманную птицу на ловле.